Приветствую вас, Александра. Если я правильно понял вашу ситуацию, то вы начали отношения на расстоянии и периодически находясь в этих отношениях на расстоянии вы встречались с человеком, вот, значит, ну, как вы сами сказали, со всеми вытекающими. Понимаете, с точки зрения психологии вы боитесь серьезных отношений, на это указывает ряд внешних факторах, вот, вы боитесь с точки зрения психологии серьезных отношений. И именно поэтому, потому что боитесь серьезных отношений, выстраиваете отношения вот такие. Не совсем, мягко говоря, здоровые, серьезные, переживаете за них, теперь плачете и вините себя. Собственно, обвинение себя, да, связано как раз с тем, что отношения вам чересчур важны, чересчур нужны. Вы в них, что называется, слишком сильно нуждаетесь. Хотя вы сами говорите, что это сложно назвать отношения, ведь мы почти не встречались, да, только переписывались. Вот. То есть здесь, в каком-то смысле этого слова, а вы себе противоречите в том, что с одной стороны говорите, что отношения вот у вас достаточно серьезные, с другой стороны, что отношения на расстоянии вы виделись очень редко. Итак, значит, встречались с парнем год, как познакомились, Александра, что вас объединяет? Что между вами общего, как вы друг друга воспринимаете, воспринимали, вот, потому что информация по данному вопросу поможет вам лучше разобраться в себе и прожить ситуацию максимально быстро, вот, потому что сейчас вы переживаете достаточно сильно. Дальше, значит, так, почти постоянно переписывались, в апреле месяце у него начались сложности по учебе, его посадили на карантин. В апреле он поговорил со мной нормально один раз, сказал, что ему сейчас очень тяжело, он ничего не хочет. Я пытался его поддержать. Ну, поддержка, конечно, это хорошо, но важнее то, как вы относитесь к поддержке, то есть как вот именно вы сами воспринимаете поддержку, потому что вами поддержка может восприниматься достаточно тяжело, в плане того, что вам может быть трудно поддерживать человека, в принципе. И если вам трудно, если вам тяжело поддерживать человека, то делать этого, конечно же, не надо, да, и получается, что вот в вашем случае получается так, что вы, может быть,
поддерживая человека, вы, может быть, рассчитывали на что-то для себя. Ну, и когда не получили того, на что рассчитывали, вот, то, естественно, начался откат и негативная реакция пошла. Вот, что, в принципе, вполне нормально. Ну, вполне нормально. Вот. Здесь, в данном случае. Так, после этого раза он вообще перестал выходить на связь. Она сказала, что так нельзя, он обещал написать. Но на следующий день так и не написал. Ну, здесь вы описываете классический достаточно момент. Зависимости, точнее, любовной зависимости вы описываете, вот любовной зависимости, когда человек вот начинает болезненно нуждаться в партнёре. Вот. К сожалению, вы описываете проявление именно вот такого типа. Это довольно тревожно, как мне кажется, потому что с любовной зависимостью нужно работать. Вот. Любовная зависимость может очень сильно усложнить вам жизнь. Вот, и любовная зависимость предполагает, что у вас есть ряд сложностей в жизни, которые вам нужно решить. Вот, в частности, это проблема самооценки, проблема экзистенциального кризиса, вот, проблема страхов, например, и так далее. Вот. То есть, вот подумайте, как вы пришли к тому, что, ну вот, что сказали о неприемлемости определенного поведения со стороны мужчины. Вот подумайте, пожалуйста, как вы к этому пришли? То есть как вы ну, можно сказать, допустили то, что стали давить на человека. Давить и требовать от него ну, в определенной степени какого-то поведения, так? Вот. То есть, по факту, по сути, это значит, что вы крайне не удовлетворены отношения. Вот. Дальше. Забегая чуть вперед, вы говорите о том, что
Мужчина вам, да вот, мужчина вас обманул, и в это время он встречался с другой девушкой, вот. Это, к сожалению, тоже свидетельствует о вашей недооценке самой себя. Вот. Здесь я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы называете надеждой на обратную связь. Вот для чего вам обратная связь? Откуда ваша нуждаемость в ней, в обратной связи? С чем она связана, нуждаемость эта? Потому что это, в общем-то, очень важный момент. Ваша надежда на обратную связь как раз-таки является основанием для тех трудностей, которые у вас вот возникают, как мне думается, с так что очень важно выявить основы для этой самой надежды, потому что именно за ней, за надеждой, скрывается ваше определенное желание, которое вы пытаетесь удовлетворить через мужчину. Так, вчера у него был день рождения, написал ему теплые поздравления, но сегодня утром в Инстаграме я увидел одну из его подписчиц, фотку с ним под сердечко. Ну, возникает вопрос, да, вот возникает вопрос, а для чего вы в таком случае вы поздравляли с днем рождения? Вот. То есть, как бы, ну зачем вы поздравляли его с днем рождения, с днем рождения? То есть, вы надеялись на что-то, или вы от всей души его поздравляли. То есть тут опять же очень важно это вы насколько вот чистосердечно вы, насколько чистосердечно вы были. Вот. Если недостаточно чистосердечно, то нужно быть более честным к самой себе. Вот. Это очень важный момент. Дальше. Так, значит, я не выдержал, отправил ему скриншот, спросила, правильно ли я все понимаю, на том брат меня заблокировала, во всех соцсетях включая обычный телефон. Я полагаю, что в это время я зря думал, что у меня есть проблемы, я говорю, что у меня новые отношения, сказав мне, но при этом у нас были серьезные отношения со всеми вытекающими. Значит, мне всегда рассказывал, что никого никогда не начнет игнорировать, заблокировав везде, что мне это просто неизвестно, и даже больше девочки находятся у него в друзьях, но я добавил блок абсолютно везде. Ну, здесь, конечно, я полагаю, основная проблема в том, что вы очень хотели чего-то,
Вот и думается мне в этом проблематика, что вы именно вот за своим желанием не обращали внимания ни на что другое. И дальше вы говорите, что вы на него давили, и теперь чувствуете себя виноватым. Ну вот, чтобы не чувствовать себя виноватым, да, нужно разобраться с основаниями, которые имелись у вас для того, чтобы давить на человека. Вот. Это вот, ну, это нужно для того, чтобы перестать себя винить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.